Привет! Это М40. Абсолютная новинка в нашем ассортименте. Мы впервые выпустили новую снайперскую винтовку. В двух скинах. Монстр и Созвездие. Прямиком из Stand 2. Давайте посмотрим на винтовки поближе. И постреляем, само собой. Монстр. Главный зубастик нашего ассортимента. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь зубов. И это только с одной стороны. А это знаете, значит, что? Что суммарно у этой винтовки 54 зуба. Жестко. В общем, очень зубастый скин. И он классно стреляет. А еще у него съемный глушитель. А на боковые планки можно разместить лазер или фонарь. Возьмем немного резинок и зарядим винтовку. Шести боеприпасов будет вполне достаточно. Винтовка уже взведена. Сделаем выстрел. Ну, это действительно снайперская точность. Кстати, у этой винтовки реализован железный затвор. Значит, больше он никогда не сломается. М40. Вещь. Это был скин Монстр. Что по созвездию? Здесь можно разглядеть знаки зодиака. Рыбы, дева, овен, рыбы, дева, овен. Классный скин. Ведь помимо М40 в нашем ассортименте в этом скине есть МАК-10 и Кукри, которые вы можете посмотреть на нашем сайте. Я снова заряжаю 6 боеприпасов и буду вести прицельную стрельбу по своему оператору. Боеприпасы заряжены. Оператор укрылся за монитором, но стрельба была действительно снайперской. Остальной а затвор помогал взводить винтовку еще более аккуратно и четко. Это М40 тоже со съемным глушителем. Да, в общем-то, любой скин, в том числе будущее, конструктивно будет таким же. Вот такая бомбезная М40. Отдельное видео о каждой из них вы скоро увидите на нашем канале, ровно как и инструкцию. Смотрите все изделия из дропа по ссылке в описании на нашем сайте. Спасибо за просмотр. До новых встреч!